С любимыми не расставайтесь. Эта фраза как нельзя кстати подходит певице Нюше. Артистка даже на традиционный онлайн-чат Муз-ТВ приехала в сопровождении супруга. Мария Матвеева продолжит. Если вы думаете, что Нюша приехала на канал Муз-ТВ, ее накрасили, одели, и она вся такая распрекрасная сразу после этого пошла на онлайн-чат, то это не так. Сначала артистка записывает в студии свеженький выпуск про-обзора, затем муз-раскрутки. И с вами я, Нюша. Потом долго-долго выбирают фото для поста в Инстаграме главного музыкального. Это хороший. Блин, то есть приз. Далее смена образа и съемка сторис по пути на онлайн. Включайтесь, присоединяйтесь. И все это время возлюбленную преданно ждет ее супруг Игорь Сивов. То кофе на кухне выпьет, то пойдет подышать свежим воздухом. В жизни Нюши есть еще один мужчина, который предпочитает оставаться в тени, но только не в этот раз. Таинственный незнакомец, притаившийся за моей спиной, ее пиар-директор Денис Воробьев. Онлайн-чат в самом разгаре. О чем говорим? Конечно же, о скором выходе клипа на сингл «Не боюсь». Еще есть часть работы, та самая графика, которая, как правило, занимает всегда много времени, но получается очень круто. Нюшата, так провозгласили себя фаны, атакуют сайт одним и тем же комментарием. Большим шрифтом. Хотим дуэт с Кридом и Биланом. Так, хорошо, я вас услышала. А увидеть, как расписывается их кумир, вторая на очереди мечта участников чата. Мальчики, а может кто-нибудь нам листочек дать? Ну, она... Безусловная составляющая это моя любовь, потому что я вас очень люблю, очень вас ценю. Хочу, чтобы вы никогда об этом не забывали. Вот, и буква А, потому что при рождении мне дали имя Анна. А вот поменяла ли в паспорте Нюша фамилию Шурочкиной на Сивову? Тайна за семью печатями. Девушка говорит на все темы, кроме одной. О семейной жизни я не собираюсь рассказывать, потому что это моя личная жизнь. Стоп, снято. Звезде пора бежать. Но задержаться у выхода на 3 минуты все же приходится. Причина? Несложно догадаться. Фанаты. Ребят, нужно зажечь. Я не боюсь. Я улыбнусь. Мария Матвеева, Алексей Максимов и Макс Власов. Про новости.